Так, сегодня мы готовим десерт на гриле Weber Q 1200. Десерт мы будем готовить из ананаса. Сейчас мы его разделаем. Так, гриль у нас прогрелся, как видно, 200 градусов. Решеточку я почистил. Выкладываем. Ой, а запах сразу какой, сладкий такой. О, супер. Мы их обжариваем где-то 3-4 минуты с каждой стороны. Настало время перевернуть. Красавчики. Так, время у нас закончилось приготовление. Чудесненько. Эй, не разваливайся раньше времени. Сейчас мы их выкладываем на тарелочку и продолжим работать с ними дальше. Запах вообще потрясный, конечно, такой ананасовый, сладенький, супер. Так, продолжим. Берем ананас, их предварительно остудили. Сверху выкладываем мороженое. У меня, к сожалению, нет ножичка, ой, ложечки точнее, такой кругленькой, которой мороженое выкладывать красиво, но за неимением, как говорится, будем есть в таком виде. Ну, такой у нас симпатичный десерт получился. Сейчас мы его будем пробовать. Ну, думаю, и так всем понятно, что это очень вкусно. Спасибо за просмотр. Всем пока.